9 марта 1945 года. Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, овладели городом Штольп, важным узлом железных и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Северной Померании. В Венгрии, северо-восточнее озера Балатон, немцы продолжали атаки крупными силами танков, стремясь прорваться к Дунаю. За 9 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 113 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 13 самолетов противника.